Мясо. Зрители. Немножко джаза. Нагреваемся. Где-то 1,5 сантиметра толщиной. Запахло предыдущим стейком. Интересно, он пикнет, когда нагреется? Пикнул. Значит, теперь мы кладем. Синенький — это он типа подготавливается. Пишет start of cooking. Вот эта вот шняга определяет толщину. Как-то автоматически выставляет сама температуру и время. Ну, посмотрим. Уля, посмотрим ведь? Посмотрим. Руки трясутся, как мясо хочется. Вода. Стало зеленого цвета, что бы это значило? Это, наверное, самое сырое, что из нее выпадет. Становимся желтеньким. Рары. Не, крови нам не надо сегодня. Давайте что-нибудь попрожаристее. Какой-то сок немножечко потек. Какой? Мясной.
запах, к сожалению, YouTube не передает. Недоработка. И даже дыма нет никакого, интересно. Только шкварчание. Все больше и больше становимся оранжевыми. Вы слушаете шкварчание стейка. Семь минут. Должно пикнуть, что мы уже медиум, по идее. Пышка отсутствует, но он вообще оранжевого цвета. Мы идем. 8 минут примерно. Ну, я хочу чуть-чуть попрожарить. Наверное. Или не идем. Чуть-чуть еще. Не well done, но побольше немножечко. Подождем еще минутку. Ну, 8:40. Вот такая вот штука брюка. Так, как бы его одной рукой порезать? Наверное, это невозможно. Ну вот такой вот немножечко медиум остался. Самое то. Ой, приятного всем аппетита.